скажите, а вот насколько вы, как начальник, сейчас временно исполняющий обязанности начальника рыбоохраны, как много попадет, может быть, браконьерам этой рыбы? И что вы делаете для того, чтобы этого не произошло? Ну, как попадет, сколько попадет. Мы не можем дать, да, эту статистику этого, потому что мы боремся максимально с этим, чтобы она не попадалась никому. Угу. Прикладываем к этому все возможные усилия. Борьбы с этим. Мы привлекаем общественность к этому, чтобы докладывали и помогали нам этим мероприятиям. Когда можно вообще, когда нельзя ловить рыбу? Сейчас запрещена вообще? Сейчас запрещена во благо нереста лося, во благо нереста судака, леща и щуки. Угу. На всех рыбохозяйственных водоемах их запрещено ловить даже, так скажем, простонародье руками. Угу. Потому что это рыба, которая должна нереститься, угу, и уйти в свое поле, угу, для деятельности водоема. В данный момент ее нельзя ловить ничем, даже удочку. А штраф какой, если вы задержите? В статье по нарушению права рыболовства у нас идет по административному кодексу, часть 2, статьи 837. Там указано от 2 до 5 тысяч рублей. Это за нарушение права рыболовства. Если вы нарушили право рыболовства и параллельно к этому у вас имеется запрещенная рыба, то эта рыба будет высчитываться как ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам. Он отсчитывается отдельно по таксе, установленной Министерством сельского хозяйства, за один экземпляр определенная стоимость. Да, выявляете нарушение. Вообще у вас возникают какие-то трудности, проблемы? Люди понимают проблему? Люди не понимают. Они, так скажем, не могут понять, что рыбнадзор – это государственный служащий, который такой же, как и полицейский, и пожарный, и все остальные. Да? То есть, они начинают говорить, что у них нет документов, их приходится вызывать полицию, чтобы устанавливать их данные. Начинают очень хитрые какие-то делать движения. То есть там последнее было движение, это у нас человек, который ловил запрещенным методом на подсечку, начал пережигать табачным изделием леску, чтобы мы не изъяли его из воды. То есть вот много-много людей и многие примеры придумают того, чтобы только не попасть. То есть в основном они выкидывают все водоем и говорят, это не наше. Приходится изымать и делать безличный протокол изъятия на склад и потом через суд в пользу государства. Либо суд примет решение уничтожить, либо передать на торги в пользу государства, либо любые изъятые вещи. Хорошо, ну а как вы думаете, вот на этом поприще удастся все-таки победить? Будем стараться. Угу. Главное, не падать духом, и чтобы население тоже работало вместе с нами, как-то помогали нам информацией. Угу. И читали, как-то пользовались средствами массовой информации для того, чтобы знать про рыболовство. Понятно, что это не какие-то там статьи Уголовного кодекса, которые большинство и Конституции, которые люди знают. Но у нас в России незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому хотелось бы, чтобы люди как-то перед выходом к водоему хоть почитали какие-то, вот набрали просто средства массовой информации в поисковике запрос по правилам рыболовства и почитали, вот, хоть что-то ориентировочно понимали в этом. Да? То есть мы в большинстве случаев, подходя на водоеме к любителю, мы сначала спрашиваем, что делать, а потом стараемся провести беседу профилактическую. Если это, конечно, не совсем грубое нарушение, которое совсем противоречит правилам рыболовства. То есть мы стараемся максимально всех осведомить об этом, что у нас есть правила и законы на воде.